По федеральной целевой программе в Бурятии планируют построить 35 полигонов твердых бытовых отходов и 6 мусороперегрузочных станций, рапортует Министерство природных ресурсов. Цена вопроса – 3 миллиарда рублей. В министерстве добавляют, количество несанкционированных свалок в Бурятии сократилось. По решению судов ликвидировано 345 несанкционированных свалок. На уборку этих свалок затрачено около 8 миллионов рублей. Не убирать свалки, а усилить работу по исполнению закона об отходах, призвал Министерство природы депутат Сединджаб Батуев. Вы в правительстве с чем боретесь? С ликвидацией несанкционированных свалок? Или же принимаете системные комплексные меры по исполнению вот этого закона? Вывозить мусор, например, из водоохранной зоны Байкала на лицензированные свалки, перерабатывать его и утилизировать очень трудно. Нам нужно сейчас на основе вот этих повышенных требований и существующих ограничений разработать вот схему обращения с отходами. Полигоны построят, мусор туда доставят. Вопрос в том, кто будет его перерабатывать. Для решения проблемы необходимо привлекать бизнес. Но бизнесмены Бурятии зарабатывать на мусоре не хотят. Хотя сегодня этот способ считается одним из самых высокодоходных. Что касается жителей Бурятии, то в новом году платить за переработку отходов им не придется, как предостерегали ранее. Мария Латышева, Сергей Петров, Новости дня.